Евгений Канарский, сборная Беларусь. Закончен второй тур чемпионата мира. Как вы выступили, что получилось в зоне, что не получилось? Что можно сказать вообще о ловле? Выступил плохо. 12 место. Хотя после первого подтура был второй. Потом пошли массовые сходы. В чем дело пока, потому что рыба клевала довольно активно, то есть что-то в снасти можно поменять, есть какие-то моменты по крючкам. Вот работала как и вчера вертушка, воблеры не работали сегодня вообще, резину пробовал, но мало, так как работала вертушка, но просто на нее было очень много сходов. То, что мы свалимся во втором туре, я как бы ожидал, но, конечно, свалились мы за пределы допустимого. И теперь только баллы там как-то могут нас вытянуть куда-то, либо нет. Понятно. А такой вопрос. Вот вы остались в своей зоне второй день. Что изменилось в акватории там или что-то? Может, какая-то другая рыба была? Или просто погода? Рыба такая же, рыба стала больше. Если вчера у нас был максимальный результат 12, сегодня у меня в первом туре, в туре 20, у итальянца 27. И в других турах то количество рыбы, которое вчера хватало, сегодня это было плохо. То есть 5-4-3 рыбы, сегодня это за десятку. Понятно. Как вы вообще оцениваете чемпионат мира? Понравился ли вам количество рыбы? Чемпионат, организация, количество рыбы, все на очень хорошем уровне. По-моему, довольны не только мы этими факторами, но и все команды. То есть рыбы было много, ловить было интересно, река интересная. Вот. Но в нашей команде как бы неравномерность и нестабильность опять сыграла свою роль. Ну, что-то вот из чемпионата вынесли, например, приманки какие-то новые, либо что узнали? Ну, больше тактических приманок новых, наверное, мы не узнали в этот раз. Но вот по тактике, да, есть. Ну, можно сказать, что у нас никогда раньше не было ни первого, ни второго места, ни четвертого на чемпионатах мира. В этом году есть, так что... То есть прогресс все-таки есть? Прогресс есть, несомненно, но в сегодняшний день как-то мы очень неожиданно упали. Хотя вчера я еще все в машине, что я ставлю на Колю, потому что он в своей зоне, кажется, там все понял, и он выступил отлично. Да. Ну что же, я думаю, что это даже какое-то падение, это не повод так сильно расстраиваться. Опыт получен, я думаю, что... Первые победы пришли, пусть и локальные, придут в дальнейшем. Надо ездить на турниры, иначе как бы теоретически эта рыба не учится, все на практике. Хорошо, спасибо.